Мы решительно осуждаем нападение армянских вооруженных сил. Подобные действия являются явным нарушением международного права и приводят к жертвам среди мирного населения. Этими атаками Армения в очередной раз доказала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции. В заявлении также отмечается, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в данном процессе. Азербайджан будет использовать свое право на правовую защиту своего народа и территориальной целостности.